Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео-дневник день за днем. День у нас сегодня 4 октября 2013 года, время сейчас полночь, да, 12 часов, без одной минуты 12, в общем так, да, еще 4 число. Так, сегодня самое главное событие — это то, что моему крестнику сегодня исполнился ровно годик, да, Никитосу ровно год назад он родился, да. Вот такие вот дела, события. Ну, я, соответственно, позвонил его маме, Свете, пятиюродной сестре своей, да. В общем, поздравил там, ну, его через нее, короче. Вот так вот. Здоровья пожелал там, чтоб... Кстати, он уже бегать начал, прикиньте. Буквально месяц назад уже там, блин, лётает и шишки себе набивает. Вот. Вот. Это самая главная новость сегодняшнего дня. Так, вторая новость сегодняшнего дня. У меня сегодня моих соседей нету. Один уехал к себе в Тулу, второй где-то гуляет, короче. И появилась прекрасная возможность заснять комнату, в которой я живу. Ну, вы не пугайтесь. На самом деле тут дико. Ну, я уже привык, так что нормально. Видите, какое освещение, да, здесь две лампочки мои горят, которые я купил вчера, энергосберегающие. Ну... Поехали. Обзор комнаты. Так, комната маленькая на самом деле. И много-много здесь всего стоит. Соответственно, это вход. Какой-то шкаф стоит. Ладно, пойдем от входа. Тут стоит холодильник, который не работает. Пользуемся тем, который на кухне. В общем, это дверь. Вот. Жесть. Короче, смотрите, возошел в комнату, да, вот он. Ну, квадратов 18, наверное, так. Очень узко все. Какой-то шкаф стоит, тут миллион книг. Коллекции тут. Всякий рыльняк-мыльняк, книги. О, утюг даже наш. Потом, сразу возле входа стоит шкаф. Это стоит комод, короче. Он как комод прям посередине комнаты. Паркет, короче. Здесь, значит... Спальное место одного товарища. Картины Репина. Так, за комодом, соответственно, мое спальное место. MacBook. Ну, вот я здесь зависаю, короче. Ну, здесь, короче, висят шмотки. Мои рабочие походно-выходные, да? Так, это, соответственно... О, это я. Так. Это спальное место второго товарища. Вот он как раз-таки куда-то там гуляет где-то, да? Вот. Здесь он, короче, сидит. Ну, это его рабочее место, не рабочее, он тут игральное. Он здесь воюет постоянно в доту и во что-то еще. Так, и вот он мой фикус, да, который я с нотобанка забрал. Красавчик. Стоит. Ух. Ну, правда, не растет, он уже в зимней спячке. Видите, корешок вот этот вот на самой верхушке уже все. До следующей весны листьев на нем не будет. Так, ну вот. Самое, что интересное, в этом шкафу... Сейчас покажу, что в этом шкафу. Я думал, здесь он для вещей, для наших, для квартирантов. А здесь... Здесь на самом деле вообще жесть, тут шматья, ну тут забито плотно, короче. В общем, это склад ненужного шматья. Ну и, соответственно, люстра. Давай, вот. Две лампочки. И там горит сзади маленькая отстойная. Так, запомнили. Запомнили, ужаснулись, конечно. И, в общем, так, сейчас. Вот это вот койко-место стоит 7500 в месяц. Ну, вот так вот. Соседи у меня попались хорошие. То есть, вот паренек из Тулы. Вообще мировой пацан, который геймер Павел. Тоже паренек отличнейший. Так что все парни молодые, все не пьющие. Как и я, в принципе. Ну, Павка, наверное, сейчас пошел. Хотя не знаю, куда он пошел, я его не видел с самого утра сегодняшнего. Вот. Ну, как бы вот так и живем. Дико.
понимаю, мне самому было поначалу тихо, да, когда я после медведковской комнаты зашел в эту комнату, когда я увидел этот, как он называется, комод, который стоит посередине комнаты, я был в шоке. Но его удобно использовать как кухонный стол и как гладильную доску. Плюсы свои есть. Вот. Главное, что тараканов нету, да. Вот, на этом все. Всем пока. Такая вот комната у нас, да. Поздравляю еще раз Никитоса с годиком. Расти большой, слушайся мамочку. Вот. Всем спасибо за внимание. Аривидерчи.